Наконец-то сборы, соскучились безумно по работе, по команде. Сборы – это всегда непросто, тяжело, но чем лучше мы подготовимся, тем лучше сыграем. Условия в Турции хорошие, как всегда, поля качественные. Турция этим и отличается. В плане отеля, номеров, все как бы очень хорошего уровня. Также прошли медкомиссию в Москве, в Лужниках. Там по последним оборудованиям клиника достаточно все быстро. Врачи профессиональные, поэтому все очень хорошо. Готовимся к весенней части. Втягивающая тренировка прошла нормально, ножки подзабились, но мы все выполняли индивидуальные занятия в отпуске, поэтому дальше будем работать и все будет хорошо. Чувствую ответственность, потому что я местный, факел для меня не пустое слово, и хочется, чтобы о факеле говорили только хорошее, не только в области, но и во всей России. Я впервые на сборе с первой командой. Конечно, приехал сюда не отбывать номер. Буду работать, доказывать. Буду стремиться закрепиться в команде. Вчера провели первую тренировку. Была двухсторонняя игра с мячами. Сразу почувствовал скорость команды. На очень высоких скоростях играли вчера. Предстоит много работать. Я готов учиться, впитывать полезную информацию.